13 лет безоговорочного доминирования Александра Карелина на мировой борцовской арене, за который он не только ни разу не проиграл, но и на протяжении 6 лет даже не уступал ни одного балла, это весомый аргумент, чтобы считать его величайшим борцом в истории. За свою борцовскую карьеру, как многие уже из вас, наверное, слышали, он выиграл 887 поединков. И чтобы еще раз убедиться в том, насколько Карелин был доминирующим борцом, в сегодняшнем видео предлагаю вспомнить одну из его самых красочных и эффектных побед, которая ярко демонстрирует то, какой невероятной мощью он обладал. Итак, 1989 год, Мартини, Швейцария. Молодой 22-летний Карелин, будучи уже олимпийским чемпионом, прибывает на свой первый чемпионат мира. Являясь фаворитом этого турнира, он без особых проблем побеждает всех своих соперников и становится чемпионом мира. Но вот то, как на этом чемпионате мира Александр Карелин расправился с американским борцом, победителем чемпионата США Крейгом Питманом, стоит особого внимания. Ведь только вдумайтесь, поднять сопротивляющегося мужика весом 130 кг и перекинуть через себя, причем два раза за короткий промежуток времени, то есть то, что вы сейчас увидите, это действительно очень мощно. И вот зацените этот зрелищный борцовский поединок Карелина.